В Швеции некоторые машинисты поездов теперь ходят на работу в юбках. Мера вынужденная. Дело в том, что руководство запретило мужчинам носить шорты в жаркую погоду на работе. Но и те нашли весьма оригинальный выход. Дело в том, что возразить против юбок начальство не могло. Это расценили бы как дискриминацию. Так что в руководстве заявили, все в порядке. Но теперь получается, что протестующие перехитрили сами себя. Но и вполне возможно, что скоро машинисты в юбках станут новой достопримечательностью Швеции.